Историческая застройка, богатый природный ландшафт – это описание рабочего поселка Сурское. В этом году центральную часть поселения привели в порядок. Полностью отремонтировали площадь, поставили лавочки, освещение. Работы по благоустройству на финишной прямой. Есть одно «но» – старая теплосеть под всей этой новой красотой. Коммунальщики не берутся давать прогнозы, сколько бы она еще продержалась без их вмешательства. Может, год, а может, пару месяцев. Для того, чтобы не испортить потом это благоустройство, понятно, что там и плитку, и какие-то малые архитектурные формы, было принято решение о выносе этих инженерных сетей из-под пятна застройки. Для этого специалистами корпорации была разработана новая схема, вообще переработана схема теплоснабжения всего поселка. Мы вынесли и сейчас выносим тепловые сети за пределы этой площади. Длина всей этой конструкции 6 сотен метров. Теплосеть в недрах земли все это время находилась не в одиночестве, а по соседству с газопроводом. Одно неверное движение и необратимые последствия. Работать приходилось буквально по миллиметру, чтобы изъять нужные трубы. Применены такие технологии, как проколы, подземный монтаж, наружный монтаж. Вот сейчас мы находимся на врезке в ТК-8, тепловую камеру 8. Мы ведем сейчас наружный монтаж теплосети. Сейчас коммуникацию обрабатывают специальным грунтом. Он защитит трубы от коррозии. После установят тепло- и гидроизоляцию. Сама система отныне будет идти в обход торговой площади. Ее местоположение определили с учетом мнения местных жителей. Это для того, чтобы конструкция не мешала пейзажам и не беспокоила отдыхающих. Все работы завершат к началу августа. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.